Ну, это тоже звук пишет. А то. Да ладно. Вяся. Хочу передать привет. Так, ну. О, привет. Передаю свой привет своей бывшей жене Наталье. Ну, сидим мы здесь в кукурузном поле. Я со своим другом. Это мой друг. Можете познакомиться. Его зовут Став. Вот. Отличный, надежный, самый верный. Самый верный друг, который есть. Да, гусь на связи. Понял, выезжаем на железную дорогу. Так что, можно сказать что-нибудь? Говори. Ну, поехали. Скажешь потом? Скажу потом. Ну, в общем, Наташа, хочу тебе пожелать на самом деле удачи. Давай сначала. Хочу пожелать тебе, Наташа, во-первых, передать тебе привет. Вот. Ну и пожелать тебе удачи, ну, в твоей новой жизни. Здравствуй, Наташа. Ну там, мне это как бы нормально, могу разговаривать еще. Сегодня 21 число. Хочу поздравить свою дочку Алиночку с днем рождения. Ей сегодня ровно 2 года, 8 месяцев. Вот, хочу пожелать, что ей, чтобы все было хорошо. И, Наташа, на самом деле, я неплохой человек, да и все мы здесь отличные, нормальные парни, которые стоим за Украину, которые хотят, чтобы такие же самые дети, как моя дочка, жили счастливо в этой стране, чтобы получали нормальное образование, чтобы все было хорошо. И нам не нужна эта заграница, все остальное. Нам нужно только счастье и мир в этой стране. Вот. И хочу, чтобы просто было все хорошо. И к тебе обращаюсь лично, что... То есть ты меня бросила, я все это понимаю, там, что я ушел, и как бы ты думаешь, что я не думаю о семье, не думаю о дочке, на самом деле это все не так. Я здесь только для этого, потому что я думаю о своей семье, на самом деле. И мы здесь никакие не герои, мы просто люди, обычные украинцы, которые хотим, чтобы все было замечательно в наших семьях. И хочу пожелать всем женщинам, которые бросили своих мужей, своих мужчин, настоящих мужчин, которые прибыли сюда в зону АТО, чтобы они все-таки пересмотрели свои взгляды на жизнь, пересмотрели все ситуации, да, вот эти вот жизненные, и, может, подумали, может это все того не стоит, может, это самые настоящие мужчины в ваших жизнях, которых больше вы никогда не сможете найти. Вот. Ну, а что я скажу лично тебе, что я очень сильно тебя люблю, я очень по тебе скучаю, и я хочу, чтобы у нас все время все было все по-прежнему, чтобы мы любили, гуляли с тобой, с друг другом, также ходили на рыбалку, также ездили куда-то на природу. Я по тебе соскучился очень сильно, я очень-очень сильно тебя люблю. Вот. Так что за меня как бы... Ну, я знаю, что ты за меня и так не переживаешь, но мне бы все-таки хотелось, чтобы ты мне хоть позвонила. Вот, как бы вот так вот, все. Всем женщинам благополучия, добра, мира, счастья и любви. Огромной-огромной любви.